так. У нас сегодня будет очень много сюрпризов, и один из них уже на подходе, друзья. Так точно, сюрпризов будет действительно много, и для того, чтобы как следует рассмотреть всех, кто будет называться сегодня главными действующими лицами Russia Music Awards 2008, мы, Артем Королев и Тая Катюша, находимся в самом начале красной дорожки. Мы поймаем всех артистов, поймаем всех главных VIP-персон. Никто не уйдет от острых вопросов Таи. И от плетки Ирены Понарошку. Так что сегодня здесь будет круто, друзья. Не думайте даже переключаться. Все, что здесь происходит, это грандиозно! И первый сюрприз! Это группа Тату, которая идет к нам, аплодисменты! Это группа Тату, абсолютно верно. Охрана, девчонки, нами, охрана нами. У вас сегодня необычная. Посмотрите, как вас приветствует публика. Привет, привет, всем. Скажите, пожалуйста, что это за шапка у вас в руках? Это каска, это шлем. На самом деле мы только что просто подъехали на мотоцикле сюда, мы просто, наверное, многое пропустили. Сегодня мы в такой необычной, да, совсем форме. Наверное, непривычно для вас, но просто надоело уже ходить на каблуках по красной дорожке. На ней можно и ездить, и лежать, и сидеть, и делать все, что угодно. Вы, главное, спиной не поворачиваетесь. Поэтому сегодня мы решили просто прокатиться на мотике. Скромно 10 лет назад вещание телеканала «МТВ Россия» началось с клипа группы «Мумитроль». Сегодня, спустя 10 лет, пятая церемония RMA, и она начинается с прохода такого вот группы «Тату». То есть началось все с вас. Как вы думаете, говорит ли это об изменениях музыкальных тенденций? Вот вообще? Знаете, на самом деле мы близки к тому, что на следующий год нам тоже исполняется 10 лет нашей группе. На самом деле это ни с чем не связано, просто мы сегодня появились вот так первые. Как всегда, мы либо первые, либо мы последние. В любом случае, очень здорово, что вы пришли. Это действительно яркое появление группы Тату, и здорово, что вы открыли церемонию, потому что вы как никакой другой коллектив, называетесь именно MTV-шный коллектив, если можно так сказать. Напоследок, перед тем, как мы вас отпустим, так, не обнимайся, уже девушка не холостая. Ну что ж, мы можем говорить, мне кажется... Если только обнимаюсь либо с Леной, либо с моими детьми, все. Знаешь, я попытался, но, видишь, не удалось. Ну что же, аплодисменты отвали. Группе Спасибо, Тату, мы можем говорить с ними. Проходите в зал.